Кемеровский детский сад номер 141 Дмитрий Алимов время от времени заходит до сих пор. Сюда ходила его младшая дочка Уля, которая погибла вместе с мамой Яной в Зимней Вишне. Сегодня дети запускают в небо воздушные шары в память об Ульяне и еще двух детях из этого сада, которые тоже погибли 25 марта. На фасаде памятная табличка. Все трое здесь, вместе. Да так бывает, что ли, приедешь, погуляешь, Реконструкция детского сада и площадок стала для Дмитрия очень важным делом. Уже сейчас виден результат. Дети играют на современно оснащенной территории. Дмитрий идет дальше, вглубь. Там была площадка Улиной группы. Скоро на территории сада появится посвященный дочери уголок. К лету его уже должны смонтировать. Уголок, ну, тоже памятная доска, может, какое-то там что-нибудь игровое такое. Вокруг цветы там что-то такое. Ну, посадим кустарники какие-то. Ну, как облагородить его, и, ну, обозначить Ульяшин уголок. Ну, как Ульяша была. Егорка, Светлана были. Пока Дмитрий общается с заведующей, дети из группы маленькой Ульяны подбегают со всех сторон, обнимают ее старшую сестру и долго не отпускают от себя. Как и многие родственники погибших, Дмитрий вновь и вновь возвращается к событиям того дня. Мысли лезут в голову, с этим просто надо научиться жить. Ребятишки пошли просто на мультик смотреть, погибли, куда погибали, нам непонятно. Хочется думать, что они просто задохнулись и потом уже горели как бы без чувств. Ну, я там не был, как тут можно подумать? Мысль отгоняет, чтобы с ума не сойти. Мне Яна позвонила, ну, уже чувствую, дышит плохо и... Уже крикнуло даже, нас кто-нибудь спасать собирается. Потом пауза, потом... Потом сказал, что мы больше не увидимся. Сейчас Дмитрий живет на три города – Кемерово, Ленинск-Кузнецкий и Красногорск. Забота о старшей дочери для мужчины стала главным делом жизни, а детский сад теперь одно из мест силы и памяти для этой семьи. Детский сад был, где дочь у меня была. Ну, в таком состоянии вообще никак. Сейчас сделали все идеально полностью, все отремонтировали, все игровые площадки вообще в общем садике. То есть это радует как-то. Это ваше было пожелание насчет этого садика? Ну, конечно. Ну, там предлагали много кому, какие, что вы хотите. Кто что хотел, тот что-то, то и получал. Ну, вот мы захотели, вот, чтобы вот детский сад остался, память там какая-то. На официальных встречах родственникам показали, что город озаботился реконструкцией школы, которая стояла прямо за Зимней Вишней. В момент трагедии школа экстренно стала штабом. Фасад уже почти полностью облицован. Ну, я думаю, что это наоборот правильно сделали, что они взяли, просто делали, чтобы она вписывалась в один прям вид такой, который достойный, чтобы все выглядело. На месте самой Зимней Вишни уже к августу, обещают местные власти, появится памятный сквер. На плане реконструкции, правда, здание вокруг пока выглядит несколько иначе, чем в действительности. Готовили уже почву для строительства. Брали грунт лишний, который завезли, другой, который непосредственно под стройку подходит. Планируют, раскатывают. Снег убирали прямо пораньше. Ну, уже там сухо все, в принципе, начинается уже такое более масштабное движение какое-то. Обещают до 20 августа. Один из главных вопросов, который беспокоит Дмитрия, это ситуация, которая связана с предполагаемыми виновниками трагедии. Тот же Генин. Я бы на его месте, ну не знаю, хватило бы, не хватило сил, по крайней мере, пытался бы сделать. Просто бы встал на колени, я не знаю, перед ним не обязательно на колени, сказал бы. Ну испугался я просто, я знаю, что я бы просто погиб. Убейте меня, ну исключите с МЧС, но тем не менее. Так он начал там, да вот умные вещи какие-то выкидывать. Я вот пошел туда ради того, почему, да как. О деньгах и компенсациях пострадавшим Дмитрий говорить не хочет. Для него самое главное – это полная модернизация детского сада, куда ходила дочь. Но для некоторых родных этот вопрос сейчас становится основным. Кому, как говорится, война, кому мать родная. Уже сталкиваешься с этим, становится противным. Не то, что думать, даже речь заводить о чем-то подобном. Поэтому даже не знаю, что сказать. Ну все, воля Божья, он пускай решает там, как будет и что там должно быть. Воспоминания о жене и дочери настигают самые разные моменты, говорит Дмитрий. Часто это происходит неосознанно. Но в его телефоне много личных видео, а в соцсетях
Много фотографий с маленькой Ульяной, которая была очень похожа на отца. И с голубоглазой Яной, с которой 26 лет назад Дмитрий познакомился на дискотеке. Я знаю на 100%. Половина сидят еще и продолжают жить и здравствовать просто еще. И лекции читать успевают. Ну, живем в стране такой, что кому-то на, кому-то не на. Поэтому здесь уже в политику не лезь никогда и лезть не собираюсь.